4 ноября Тверская область присоединится ко всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2023», которая в этом году приурочена ко Дню народного единства и проходит под лозунгом «Россия объединяет». В музеях, театрах, библиотеках, выставочных и концертных залах региона пройдут тематические мероприятия. Некоторые из них запланированы в онлайн-формате. Участие в акции «Тверская область» принимает уже в течение 10 лет. Губернатор Игорь Рудени считает, что данные мероприятия помогают популяризировать культурные учреждения региона. По традиции к акции присоединится Тверская областная картинная галерея и ее филиалы. Галерея пейзажа имени Зверькова, музей Серова в Домотканово, Центр культуры и искусства «Дача Чайка». Возрастное ограничение всех мероприятий 6+.